Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube канале Arstyle. В моих руках телефон с самым коротким жизненным циклом, выпущен в августе 2016 года, снят производство в октябре 2016 года. Великий ужасный Samsung Galaxy Note 7. Причина его взрывов все узнаете после очень короткой паузы. Покупайте в интернет-магазинах, заказывайте билеты или гостиницы, экономьте на каждой покупке с кэшбэк-сервисом номер один cashforbrands.ru. Просто переходите через него в магазин и получайте скидку на любой заказ. Ссылка в описании. Рекомендую. Итак, Samsung Galaxy Note 7. Я тщательно изучал интернет, конечно же, официальные источники, и, конечно же, первым делом я отталкивался от того, что заявляет сама компания Samsung. Действительно, компания Samsung в октябре этого года, 2016, -го, отозвала всю партию и прекратила выпуск телефонов Galaxy Note 7, что достаточно печально. С телефоном я действительно походил, я ставил сюда свою сим-карту, я им пользовался. Да, я опасался оставлять его на зарядке, я понимал, что шансов, что он воспламенится, загорится крайне мало. Официальная информация с миллиона устройств, только 24 телефона воспламеняются и горят. И сейчас уже известна причина этого. Это неофициальное мнение, но очень близко к нему. Из-за изогнутого двух сторон корпуса аккумулятор немножечко, буквально на какие-то там, не миллиметр даже, а доли миллиметра, деформируется. Я не буду вдаваться в эти дебри технические, но суть в том, что аккумулятор, грубо говоря, как будто сдавливается. Еще раз акцент, это неофициальная информация, но, скажем так, из источников заслуживающих доверия. Именно из-за этого происходит нагрев и воспламенение, а то и взрыв аккумулятора, как свидетельствуют некоторые очевидцы. Это очень печально. Это действительно печально, потому что телефон, на мой личный взгляд, получился великолепный. Возможно, если бы не эта причина, то его бы наверняка называли бы возможно лучшим в 2016 году, потому что телефон действительно классный. Мне очень понравилась камера, мне понравился усовершенствованный стилус, который распознает даже силу нажатия. И очень удобно рисовать, писать, делать заметки. Корпус на самом деле в принципе то же самое, что и Galaxy Note, Samsung Galaxy S. 7 Edge, то есть закругленный, но правда Edge мне нравится несколько больше, чем этот. Ну тут дело вкуса. Экран, Super AMOLED 2К. Батарея единственная, не самая здесь мощная. Ну кому сейчас нужны эти характеристики? Мне кажется, только самые, не хочу никого обидеть, но все-таки, наверное, не отважные, а самые безрассудные, возможно, сейчас купят этот телефон. Все-таки, вот после такой информации вот, о закругленных краях и аккумуляторе, я бы все-таки не стал покупать. И когда я готовился к обзору, я изучал источники и сам подумал о том, не заказная ли это антирекламная кампания. Ну, все в мире бывает, и нет предела человеческой, как и человеческому великодушию, радости, так и подлости. Но все-таки, знаете, Samsung бы не стал отзывать телефоны, возвращать деньги. Поступили они в данном случае хорошо. Они либо предлагали поменять на семерку, либо полностью вернуть деньги. Это, опять же, официальная информация. И это, ну, это благородно. Samsung в данном случае можно не позлорадствовать, если кто-то не любит Samsung. У меня с ними тоже очень непростые отношения. Это, как сказать, самая неадекватная, говоря своими словами, фирма в Москве, с которой мне доводилось работать. Притом о деньгах речь совершенно не шло ни в коем случае, если кто-то думает, что блогеры там получают бабки. от Нет, просто настолько неадекватно вел себя офис, не знаю, как сейчас. Но в данном случае мне грустно. Грустно, что хороший, очень удачный, качественный телефон – Практически без недостатков за эти пару дней, что я с ним походил. Практически снят с производства. А Samsung, что будет дальше? Я думаю, каждый второй у нас все любит порассуждать, но все-таки мое мнение, что, конечно, это очень сильно ударит. И уже ударило не только, ну, не в рублях, а в долларах. Сначала назывались потери от 17 миллиардов. Миллиардов долларов! Миллиардов! Карл, как говорят, миллиардов! То сейчас уже цифра называется более 30 миллиардов. Это, это очень много. Что будет с брендом? Я не знаю, удастся ли Samsung. Понятно, что ноут линейки, судя по всему, больше уже не будет никогда. Удастся ли Samsung проскочить этот очень непростой этап, как некоторые говорят, это нокдаун, чистой воды нокдаун. Не превратится ли он в нокаут, покажет время. По-настоящему жаль мне тех людей, которые купили этот телефон, которые успели им попользоваться, и он действительно удачный, хороший и, наверное, стал бы лучшим в 2016 году. Жаль все-таки компанию Samsung, но с другой стороны, вот мое мнение, я об этом не читал, я сам своей головой думаю, когда выпускается телефон, но есть же фокус группа, 10, 100, 500 человек, я бы как делал? Дал бы, например, 100 разным людям, подростку, девочке, мальчику, дедушке, моего возраста, разным людям телефон, и каждый бесплатно, а то еще и заплатил, и каждый вечер бы просил рассказывать, что им нравится, что не нравится, например, месяц, либо Samsung этого не сделали. Либо действительно информация о том, что 24 из миллиона только воспламеняются правдиво, и та фокус-группа прошла тест успешно. Не знаю. А может быть получилось так, мое мнение, что просто поторопились и до конца не протестировали. Этого, я думаю, мы никогда не узнаем. Ну а теперь об особенностях этого телефона. Чем он хорош, что мне в нем понравилось. Процессора бывает два, либо Samsung, собственный Exynos 8890, либо Qualcomm Snapdragon 820. Тесты, кстати, не столь впечатляющие. Тот же OAM Plus 3 справедливости ради набирает больше виртуальных тестов. Но это не умиляет достоинства этого телефона, и по производительности это один из мощнейших в мире устройств. Экран 5,7 дюймов Super AMOLED Quad HD 2560 на 1440. Экран закруглен с двух сторон, так же, как и на ноутах. То есть это действительно прикольно, это удобная фишечка, и Samsung продолжает ее развивать. Мне очень понравились камеры. Камера 12 мегапикселей, обычная, и 5 мегапикселей фронтальная. Есть, конечно же, оптическая стабилизация, и этот Note 7 фотографирует ночью, почти максимальную максимальной, можно сказать, темноте. Это самый лучший телефон по качеству фотографий в темное время суток. Меня он просто действительно впечатлил. Что касается фотографий при хорошем освещении, также, ну, я думаю, в пятерку лучших в мире он однозначно войдет. Все очень и очень качественно. Стоит еще добавить, что корпус из алюминия 7000 серии, 4 гигабайта оперативной памяти и встроенный 64. Слот для двух нано сим карт и он совмещенный. За место второй карточки можно поставить карту памяти microSD 256 гигабайт. По времени работы хватает среднеактивного использования до вечера. Рекордов не бьет, но и все не так и плохо. Скажем так, более-менее нормально. И аккумулятор вот, собственно, 3500 мА. Из фишек мне действительно понравился стилус лучше, чем в ноутах четвертом, в ноуте пятом, потому что он распознает даже силу нажатия. То есть, когда я сильнее нажимаю, то становится как-то вот... Ну, чувство, что я рисую просто настоящим карандашом на листке бумаги. Очень классно. Ощущение потрясающее. В принципе, фишечек много. Единственное, может быть, только не хватает блокировки и разблокировки двойным тапом, но зато двойное нажатие на кнопку «Домой», как на Nexus, запускает камеру. Ну и, конечно, сканер отпечатка пальцев, который встроен в кнопку «Домой», срабатывает мгновенно. Модель действительно получилась удачная, в ней нет чего-то такого сверхреволюционного, то, чего не было ранее. Вспоминаем тот же Note 4, Note 5, куча моделей от конкурентов. Но модель действительно технологически очень хорошо подкована, пусть не рекордной производительности на данный момент, но очень все хорошо. Качественный экран, качественный звук, да все, действительно, все очень неплохо. Еще раз скажу, очень жаль, что такой качественный и интересный телефон оказался, ну, просто-напросто с браком. Ну ладно, тогда пишите свое мнение. И, ребят, честно, а кто-нибудь бы купил? Вот реально напишите. Потому что в продаже его уже нет. Найти можно еще, конечно, но официально он не продается. Ладно, счастливо, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид.